В Ядрине решилась проблема с распределением участков для многодетных семей. Городская администрация предлагала им не всегда пригодные под строительство земли. Мы вообще предлагали, как стенки поставить, как в общежитии можно, типа, жить. И так тоже смеялись. Чего только не было здесь. Эту землю с полуразрушенным овощехранилищем отдали на 3 семьи. Только юмор мог спасти в ситуации, когда многодетные Петровы, живущие впятером в однушке, получили долгожданные 10 соток под строительство, но с неожиданным подарком. С мужем приходили душу травить, ходили, потому что как бы земля есть, но ее как бы тоже нет, и ничего не сделаешь. Сейчас где-нибудь еще похуже дадут, и что тогда думала? Вот так вот, поэтому мы тянули месяц тоже с отказом. Эту площадь в 100 гектаров на окраине Ядрина включили в границы города как раз, чтобы определить под жилое строительство многодетным семьям. Постройки здесь остались от некогда знаменитого колхоза, но 7 семей отказались от такого «щедрого» в кавычках предложения. В ситуацию включился общественный совет и Минюст. Для нас, конечно, важно, чтобы процедура соблюдалась. По закону у нас земля должна предоставляться уже очищенная, облагороженная под тот вид, который заявлен в документах разрешительных. Поэтому мы, конечно, взяли под персональный контроль данную администрацию, так и вот здесь процедура, она, получается, пошла немножко не по той, как прописано по закону. По закону место должно быть пригодным для постройки. Этот участок Петровым предложили спустя 2 недели после их отказа. Вот, вы зря вступили на меня. Как предложили, но тогда людей много здесь было, предлагали нам участки. Я тут сразу же согласилась. У нас муж даже меня как пошел отмечать, колышек ставить. Уже сразу кричит, мы говорит, берем. Отсюда недалеко до школы, на другой стороне дороги, в прошлом году уже начали обустраиваться другие многодетные семьи. Из коммуникации здесь пока только электроопоры. Коммуникации, они, соответственно, будут эти коммуникации. Сначала идется процедура предоставления земельных участков, чтобы мы понимали, куда эти коммуникации проводить. Да? Соответственно, у нас уже проектные решения разработаны. Мы уже знаем, как мы будем проводить газ, как мы будем проводить электричество, какими мы будем организациями, ресурсоснабжающими работать. Соответственно, водопровод. Хотя некоторые уже приступили к стройке. Для внуков возводит дом Иван Сергеев. Параллельно со стройкой высаживает сад. Тут смородина будет уже красная. Вот белый уже начал есть, красная. И там черные уже хорошие сортовые, крупные. Дом будет расти вместе с деревьями, посаженными вокруг него. А дети и внуки радоваться. Ирина Волкова, Игорь Зверев. Республика.